Всех приветствую, подписчики моего канала. Кто еще не подписался, не забываем подписываться, ставить лайки, писать комментарии, колокольчики. Ну, все вы знаете, все взрослые. В этом видео мы покажем два способа выравнивания основного, то бишь чернового пола, для укладки, в данном случае, ламинированного паркета. Но выравнивание основного пола подразумевается, что мы делаем его хорошо и качественно, и не только для ламинированного, но также для винилового паркета, инжиниринга или солид. Все я это называю паркет, просто его разновидность. А в Америке закрывают полностью все карпет, называется кинули карпет. Толщина подкладочки у нас получается где-то сантиметр полинча, и карпет сам варьируется, разная толщина, поэтому неровности не чувствуются. Они его закрыли, не скомпенсировали все разные недочеты и забыли об этом. Но для того, чтобы сделать финишное напольное покрытие профессионально, мы должны в некоторых случаях качественно и хорошо подойти к этому вопросу. И клиенты платят за то, чтобы пол был сдан ровно. Поэтому мы говорим: вы знаете, вот у вас здесь так неровно, мы показываем правилом, окей, здесь прыгает, вот здесь доска будет прыгать, здесь вы будете проваливаться на ламинате, здесь вы будете спотыкаться об угор, ну, это как бы спотыкаться. Вот, и заказчики платят для того, чтобы мы это все сделали качественно и ровно. В этом видео у нас два способа выравнивания. Так что не забываем подписываться, смотрим, и дальше будет много интересных видео с нюансами, которые, я думаю, пригодятся всем хэндименам и всем начинающим и даже профессиональным строителям, потому что за долгие годы в Америке мы использовали массу технологий в строительстве, хэндименстве, или как домашний мастер. Поэтому будет немножко электрики, немножко пламинга, немножко паркетных, много, наверное, паркетных работ. И вообще каких-то лайфхаков, которые вы нигде не увидите и нигде не посмотрите. Так что смотрим! Нет, потом тут скрипят, тут у нас скрипят. Левела нет по этой балке, по большой нету левела. А здесь вот тут надо снимать. Yeah.
Хватит. Клей в стране нету. О, вся любовь. Там твоя трещит. Итак, друзья мои, посмотрели видео, понравилось, не понравилось, поставили лайк, дизлайк, что там еще. Напишите комментарии, может быть, кто-то имеет опыт выравнивания паркета, может быть, кто-то имеет способ лучше, чем мы использовали, потому что их колоссальное количество. Поэтому делимся, обсуждаем и находим едино правильное решение. Окей. До новых встреч.